Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Nissan X-Trail 2012 года выпуска с бензиновым двухлитровым двигателем, коробкой вариатор, пробег на автомобиле 120 тысяч километров. Клиент у нас уже был. Мы диагностировали ходовую часть автомобиля. Ну и сейчас выполняем ремонт передней подвески. Меняем сайлентблоки подрамника, рычаги, стойки стабилизаторов, втулки стабилизатора, но также наконечники рулевых тяг. Ну и после ремонта ходовой части машина еще отправится на проверку и регулировку углов сход-развала. Старые сайлентблоки на подрамнике расслоились. Резинка отрывается от корпуса самого сайлентблока, поэтому производится замена. Новые уже запрессованы. Стабилизатор снят. Будем менять еще вот втулочки. Они в легкой зоне доступности. Демонтированы рычаги. Поменяли наконечники рулевых тяг. На весь объем работы мы потратим 8,5 часов, и сумма за работы составит 16 640 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. На свою работу мы даем гарантию 24 месяца, при этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Спасибо за внимание, удачи на дороге.